В отдел Министерства внутренних дел по Советскому городскому округу поступило телефонное сообщение о краже из магазина. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что из магазина «Пятерочка», расположенного на территории города Сулецк, совершена кража ручной клади, принадлежащей жительнице города Сулелецка. В ходе доследственной проверки установлено по записям камер видеонаблюдения данного магазина, установлено, что кражу совершили двое молодых парней. Прячущие следам данные лица были задержаны, которые в настоящее время дают признательные показания.